Вітаю всіх, хто дивиться програму «Інша музика» на Першому національному. Сьогодні для вас будуть грати українські музиканти, які об'єдналися у «Fusion Trio». Чудовий український склад, де грає відомий клавішник Усейн Бікіров, басист-віртуоз Артем Лєбідєв та барабанщик Валерій Коваленко. Yeah.
Когда-то он был моим студентом, теперь его вряд ли уже можно назвать молодым музыкантом. Он очень опытен, очень молод. И я считаю, что это один из лучших украинских молодых музыкантов, как композитор, как аранжировщик и, наверное, как исполнитель. Артем Лебедев. Я родился в Кривом Роге, учился в музыкальном училище Кривого Рога. Дальше поступил в Глиера. Проучился 4 года. Играл с Катериной Бужинской, с Осипом Павлиашвили, Дмитрием Климашенко и прочими звездами «Друга река», «Лама», «Мика Ньютон». Но, в общем, хочу сказать то, что где бы я ни играл, я все равно люблю создавать что-то новое и люблю очень инструментальную музыку. Для меня это первостепенно, а все остальное вторично. Thank you.
Це були музиканти з Fusion Trio. Усейн Бікіров, клавішні інструменти, рояль, Артем Лєбєдєв, бас-гітара та Валерій Коваленко, барабани. Бажаю вам усього найкращого. Слухайте тільки гарну музику. Хай щастить.